Спасибо большое. Спасибо за то, что вы пришли, за то, что меня сюда позвали. Я так счастлива, что здесь сидит моя мама. Моей маме 87 лет. Вот она, голубушка, красавица. Не каждому человеку, конечно, так повезло, что в таком возрасте у него есть мать, которая может тебе сказать и строго. Моя мама мне всегда очень строго говорит. А что она еще в таком возрасте находится, и в котором она еще хочет что-то сделать всегда, как, например, сейчас музей сделать в ЦСКА хоккейной славы. Откуда корни? Вот оттуда и корни. И Галя, моя сестра, которая, конечно, смотрела за папой и смотрит за мамой, и все время рядом. И самые близкие друзья, и самые первые ученики, те, на которых я проводила свои страшные эксперименты. Вот. Ира с Андрюшей. Вот. Это как бы одна линия жизни. А еще у меня есть муж. Владимир Всеволодович Кранев, которого я очень люблю, и с которым я прожила уже очень длинную жизнь. Это наш друг, это наш товарищ. Это человек, которого любил отец и говорил ему Вовка. А у него есть друзья. Вот Женя с Наташей Баранкиной, Жора Праздников. Это Вовин друг из Петербурга, из Ленинграда, профессор, академик. Лена Водорезова, где сейчас на ее катке с ее детьми я потихоньку успокаиваюсь и хожу к ней каждый день. Знаешь, Саш, я недавно смотрела «Гори, гори, моя звезда». Спасибо тебе большое. Давайте мы все Сашу Мите благодарим за твое кино потрясающее. Вот, и все сегодня здесь. Нам с Галей жилось в детстве очень хорошо, потому что родители как-то нас не очень ограничивали в том, что мы делаем. Хулиганили мы, или мы читали, или мы что-то делали, или мы отдыхали, или мы работали. Глядя на папу и на маму, мы, конечно, трудились и работали, как сумасшедшие. С самого детства в 4 года на меня одели сразу коньки, потому что папа был недоволен, что родилась девочка. И хотел, конечно, чтобы хоккейщик был мальчик, и стал меня возить на каток. На каток меня возили недолго, 6 лет я сама ездила. Тогда было совершенно другое время. Детство было прекрасное, счастливое, родители друг друга любили. Все болели за папу, у папы были без конца сборы. Когда он к нам вырывался, он сажал меня, Галю никто не трогал, она все время читала. А меня сажали на велосипед, а я бегала какие-то немыслимые кроссы, меня гоняли с утра до ночи по нашему двору для того, чтобы я становилась сильнее. И тогда не было никаких кроссовок, а просто зимой, так сказать, в легких тапочках. Я проделывала с утра приблизительно 5-7 километров, папа говорил. Вот. И все это происходило так до тех пор, пока я не стала серьезно как бы заниматься этим спортом. И у нас была прекрасная компания. Сережка Четверухин, Саша Веденин. В одной группе с Милой Пахомовым были. Ну, мы с Милой были не очень способные, а другие были лучше. Вот. Но мы все равно ходили на СЮП, как бы это было наше место, стадион юных пионеров. Это было наше место, мы это очень любили. И вдруг в один прекрасный день я поняла, что я не могу без этого жить. И это очень хорошо помню, потому что в этот день, вот как-то зимой, шел большой-большой снег, и я поняла вдруг, мне было 13 лет, я поняла, что я еду. Не просто вот меня учат, а я понимаю, что я делаю. Вот это, видимо, вот с этих пор, вот, наверное, с этого дня, я так теперь думаю, наверное, я полюбила это как бы навсегда. А потом я стала себе сразу ставить программы. Кто мне сказал, чтобы я их ставила? Никто меня не просил ставить себе программы. Я стала какие-то приволакивать музыки. И вот мы с Милой Пахомовой все время мы ставили какие-то себе программы. И, видимо, первые постановки, как-то по жизни это я не заметила, я производила на себе. Какие-то там немыслимые шаги, зубцы, повороты. Ну, в общем, я поняла, что я это обожаю.
и что я без этого не могу, и что я буду там с утра до ночи. И сразу, конечно, я перевелась в школу рабочей молодежи номер 18, где я познакомилась с выдающимися сегодня кинематографистами. Я познакомилась сразу. В 8 классе ходил Никита Михалков в коротком галстуке, абсолютно голый верх. Вот, и ходил Коля Бурляев. И вот такой у нас был класс, и мы, так сказать, тоже свободны, мы в основном в кино ходили, но перевелась для того, чтобы 2 раза в день тренироваться. Маме об этом не сказали. Галя работала в школе, она там документы все забрала. И потом всех своих тоже туда перевела, потом, когда уже стала тренировать с 19 лет. Каталась в паре, каталась в Царство Небесное. Сначала каталась с Сашей Тихомировым. Была там чемпионка страны по юниорам, а потом каталась в Царство Небесное Жоры Проскурина, которого, к сожалению, нет сейчас с нами. Ну, мы там с первого раза были там 6-е на чемпионате Европы, выступали как бы в Москве. Мало народу попадало на чемпионат Европы. Это как-то, ну, как-то меня вроде как выделяло. Папа мало смотрел это. Мама, конечно, была поглощена, и Галя, и все смотрели. Папа мало смотрел. Папа занимался своей работой. И, в общем, как-то, ну, особо мои успехи, там, 4-е места, он говорил, что за 2-е место у них увольняют. В общем, его мало это интересовало. Иногда он так смотрел, когда мама ему говорила. Ну, он, главное, понимал, что нужно работать и тренироваться очень много. Ну, мы были 4-е на следующий год на чемпионате Европы. Мы поехали первый раз в Америку. Это был 65-й год. Вообще, это, мы туда добирались 2 суток. Мы летели, где мы только не останавливались. И везде у нас были широко открытые глаза, когда мы туда, значит, прилетели. Это было Колорадо Спрингс. Колорадо Спрингс, красота такая до сих пор. Я была там 2 года назад, я не могла никак там находиться и вот это вспомнить, как я там была первый раз. Там это красивейшие горы, это чемпионат мира. Мы приехали за 3-9 земель, вообще ничего не видели. И когда мы увидели эту картошку, которую сейчас продают в Макдональдсе, то мы просто совершенно ошалели. И вообще, так сказать, вся команда говорила, потому что я была такая бойкая: «Тань, попроси, чтобы кетчуп дали», потому что мы не знали, что такое кетчуп. Вот в таком состоянии, значит, но все очень радостные, творчески очень заряженные, стали ходить на тренировки, на чужие тренировки, смотреть, понимать, как надо, как другие, как мы, как они, в чем разница. Это всегда спрашивают, поэтому я говорю, почему я так начала рано тренерской работой заниматься, потому что в 19 лет я выломалась довольно прилично, в общем, до сих пор я с этой травмой как бы хожу. Я была девица очень эмоциональная, и вот мы выиграли после чемпионата Европы, с Жорой выиграли универсиаду. Универсиада даже вот сейчас как бы, ну, там через много-много лет она как бы не является центральным соревнованием. Ее даже никто не помнит и практически никто не знает из уважающих себя спортсменов. Но мне показалось, что это просто конец света, потому что я там как бы первая была. Вот, вместе с Жорой. На круге почета я не заметила, что была резиновая дорожка положена. В каком я была вообще состоянии, если я не видела, что резиновая дорожка буквально тянется через весь стадион. И я на нее, значит, наехала, навернулась и выбила себе 1 руку, привычный вывих 33 раза, она, слава богу, вылетала. Вот, и с операцией, и без операции, как угодно. И другую руку сломала. И на этом моя карьера закончилась. И с 19 лет я начала работать. И, конечно, вот это было очень большое потрясение. И это вот, я помню это в своей жизни, как, какая горечь, как мне было тяжело, как мне было плохо, как я хотела идти бросаться под трамвай, только понимала, что очень мама будет расстраиваться, и очень некрасиво. Вот. И, значит, папа сказал, что нужно заниматься делом, что нужно заниматься работой, и что если тебя кто-нибудь позовет, то ты иди тренировать. Возьми маленьких детей, и потихонечку, образования у тебя нет, но ты все-таки старайся. И вот я начала с тех пор как бы стараться. Иногда с ними приходится очень тяжело, и с ними тяжелее работать, чем со взрослыми людьми, которые понимают, ради чего это все, что потом из этого, в общем, будет какой-то большой очень результат. Моисееву с Миненковым мне дали, им было 11. Они были такие же красивые, как сейчас. Вот. И они были
мне сразу было понятно, что вот, вот они будут. Там поворот, к нему. Для кого ты это делаешь? Для него. Повернись к нему, посмотри ему в глаза, сейчас будет музыка. Там, я не вижу этого. Ты смотришь мимо глаз. Мимо глаз это никого не волнует. Да. Мы, да, вот самый наша первый. Группа, она называлась «Тарасята». Да. Мы даже газету такую выпускали в свое время. Да, прекрасно. Стенгазета под названием «Тарасята». Вы знаете, я хотел бы обратить вот на какое внимание присутствующих. Вот конькобежцы, вот хоккеисты, вот другие виды спорта. Очень много, как бы, так сказать, прозвучало всяких жалоб на судьбу. Вот перестройка, вот такая сложная ситуация в стране, вот поэтому нет медалей, вот поэтому, так сказать, все развалилось, руки опустились. А вот что, фигуристы, они с другой планеты, что ли, так сказать? Наши российские фигуристы тоже так же ударила по голове перестройка, тоже так же катки не работали, тоже так же, так сказать, развалилось практически все. Но сколько лет мы не смотрим, так сказать, 2-3 золотых медали с чемпионата Европы, с Олимпийских игр, с чемпионата мира фигуристы привозят. Я все время думал, в чем секрет-то вообще? Вот я другого найти не могу, то, что есть такие тренеры у нас в фигурном катании, как Татьяна Анатольевна Тарасова. Мой золотой. Они доверились мне. Я на них училась. У них до сих пор ноги болят. Ну, у Ирки точно на откоснице. Да-да, были истории. Помню, Татьяна Анатольевна принесла физупражнения со штангой. Так сказать, давай-давай. Через день я попал на месяц в больницу. Ну, были у нас такие. Ну что, да. Это жизнь, это работа. Да, работа. Сказать, и... Не подготовился дома, домашнее задание не сделал. Не делал с утра гимнастику. Это наш первый тренер. А мы первые ученики. Мы выросли у Татьяны Анатольевны. И, наверное, больше ничего не скажу. Этого достаточно. И я была свидетелем на их свадьбе. И вот они уже тоже живут 25 лет. Да. Конечно, я хотела пойти в Институт театрального искусства. Я хотела учиться на балетмейстерском отделении. Но папа мой не хотел, чтобы я училась, когда он спросил маму, что это Нина за институт. Она сказала, Толя, это Институт театрального искусства имени Луначарского. Папа сказал, что у нас в семье артистов не было. Вот. Да. И, значит, я была направлена сразу в Институт физкультуры, который я, конечно, сами понимаете, не полюбила. И училась там практически, даже стыдно сказать, 17 лет. Училась, потом съела собака зачетку. Всю целиком. Вот. И это продолжалось очень долго, меня исключали. И потом уже мне когда-то, когда я уже встретила Крайнего, это мне уже было 20... Не помню, сколько лет. Уже женаты 25 лет. А мне было 31 год мне был, да. Мы поехали знакомиться с мамой и бабушкой, которая была больна в Кишинев. И бабушка, первые слова после инсульта бабушки, она меня спросила, какое у тебя образование. Я сказала, ну, Татьяна Осина, понимаете, вот я все время на работе, там, у меня вот успехи есть, а образования нет. Она сказала, человек без образования – это не человек, а скотина. В общем, мы долго смеялись, и пришлось мне сразу в этот год, чтобы не расстраивать Вовину бабушку. Значит, сразу. Мои бабушки не обращали на это внимания. Мне сразу пришлось
значит, быстро я уже была заслуженная, я сделала операцию, и мне стыдно было списывать, там, политэкономию сдавать, я никак не могла эти слова все вместе составить, понимаете, такие были предметы, я никак в них не плавала, вот, и, в общем, я все сдала, и когда я вышла, я рухнула с лестницы, оторвала себе все каблуки, в гипсе вся опять валяюсь, поднимаю голову, надо мной дедушка Ленин, там огромный такой постамент. Ну вот так вот начался этот путь. А путь это какой? Утром встал, я всегда стремилась, чтобы у меня было больше льда. Больше льда в Москве мне не давали, потому что я хотела работать по 10 часов. Мой папа говорил мне, если ты будешь работать столько, сколько жук, жук работает по 8. И ты пришла, работаешь тоже по 8. Кому ты нужна? Ты должна работать по 16. Как ты их будешь догонять? Ты ночью не спишь, вставай, упражнения придумывай и так далее. Понимаете? Вот. Уже все работают. Чайковская работает. Что ты пришла? Кому ты нужна? Я говорю, пап, дай, пожалуйста, упражнения. У тебя очень много упражнений. Я очень увлекалась общей физической подготовкой. Вот Андрюша помнит. И Ира тоже. Вот. Особенно на песке любил упражнения. И он говорит, ты неквалифицированный тренер. Я тебе... А я уже вообще, у меня там все в призерах. Ты неквалифицированный тренер, я тебе упражнений не дам. Пожалуйста, на 3 твою, 1 свое. Все, обмен этот не получился. Вот, но я хотела, чтобы больше было льда, для того, чтобы я больше могла работать с каждым. И, в принципе, меньше 10 часов я никогда не работала. Вот сейчас последнее лето работала по 8. Это у нас очень хорошая профессия, но, в общем-то, тяжелая. И, конечно, муж терпел всегда мое отсутствие. Значит, Владимир Всеволодович Крайнев познакомил меня, к моему счастью, совершенно другим кругом людей и вел меня туда. И, но все-таки я продолжала работать. Я сопротивлялась тому, чтобы сесть дома. У нас потом были и скандалы, и какие-то разногласия. Я не могла сесть дома. Хотя я обещала, я хотела. Вот у нас в этом году было 25 лет. Я не хотела не разводиться, ничего. Но я не могла без этого жить. Если последние годы, например, я была в Америке, это ведь все равно, где быть, потому что это не дома. То до этого я была годами в Томске, в Омске, в Череповце, в Челябинске. Где только не были, Боже милостивый, Святая Богородица, были там, где поезд останавливается, 3 минуты стоит на станции и уходит обратно навсегда. И ходит там через день, понимаете, в городе Глазове. Когда я привезла туда доктора, он говорит, а зачем вы здесь проводите сборы? Я говорю, а что такое? Он говорит, а здесь атомный реактор стоит. Видите, листиков с одной стороны, у деревьев нет. А я там свои гоняю. Вот понимаете, вот до такой степени. А мы там пашем, перепахиваем. Вот это вся жизнь вот так. Я не знаю, что вы меня будете спрашивать. Я могу сказать о моей сестре, что она 36 лет отработала в школе, учительницей русского литературы. И с красными глазами, проверив 8500 тетрадей, всегда уходила к 8 часам утра в школу. И рядом с ней сидит Татьяна Осина, человек, который проработал больше 50 лет в школе и до сих пор работает в обыкновенной школе, ведет русские литературы, и лучших педагогов я не знаю. И когда говорят, что у нас педагоги плохие, я в это никогда не верю и не поверю. Потому что вот сидят эти женщины. Вот сидит Валентина Алексеевна. Я хочу вопрос задать. А? Я скажу про Валентину Алексеевну, с которой мы шили больше 2000 костюмов. Потому что у меня был театр 14 лет. И вот, во-первых, Валя шила мне первый костюм, когда я каталась. Я даже помню, что из гипюра, а внутри была подставлена яркая малина такая. Да, и как бы, так сказать, это была такая испанская тема. Вот, я была когда-то худенькая, тоненькая, и Валюха сшила. И вот до сих пор, и весь театр, все мы шили с ней. И все, и сидела. И сидела, и строчила по 18-20 часов, потому что, когда сдается спектакль, то это...
я не знаю, кто этого не знает, что ничего никогда, все равно, сколько бы ты ни готовился, но в этот день все равно что-то не готово. Понимаете, а уж костюмы не готовы точно. Когда мы смотрим ваши соревнования, когда выступают ваши ученики, когда такие ответственные, олимпийские, там и мир, и все, то сидишь у телевизора, и сердце бьется, и от счастья, и от страшного волнения. А как это все? А потом, когда переводишь глаза на бортик и видишь вас, то начинаешь еще больше волноваться. Кажется, надо хвататься просто за валидол. А как вы потом выходите из этого вообще состояния, из этого, после этого бортика? Ну, это целая отдельная как бы история. Это тяжелое дело. Это прямо потеря здоровья натурально происходит на глазах у изумленной публики. Вот, потому что адреналин выскакивает из тебя просто. И если этого не происходит, то они и не катаются. Ты чувствуешь их. А там у борта, конечно, стоишь, работаешь. Мы же там работаем. Она вот. Это вообще прогиб не делает. Пусть она сделает прогиб, но свой. Не надо лишнего, понимаешь? Лишнее сбивает автоматом. Потому что сначала нужно катать, вот так вот рвать. Потом уже были Бестемьянова с Букиным, в которых я влюбилась совершенно. Значит, она скакала, как сумасшедшая, просто по всей. И мне так нравилось, что она делает, и я ее гоняла по 150 раз. Садилась, помню, в Томске и говорю: «Наташ, давай». И вот мы, значит, тренировались по 10, по 15 раз одну часть. Мне нравилось, и мы давай. Я помню, Андрюша, бедный Букин, сидит так на борту. Вот я села так, потому что вообще мы сидим вот так на катке. А всю молодость я тоже просидела на борту. Вот, и он сел на бортик и сидит. Я говорю: «Ты что?» Он говорит: «Я вас очень прошу, отправьте меня отсюда. Вы знаете, я вас подведу, потому что я этого не выдерживаю. У вас такое хорошее настроение, а я даже не могу отсюда уйти, потому что у меня просто отнялись уже ноги». Вот так тренировались, понимаете, не знали эти танцы. Они только появились. Мы их и так, и сяк постарались выучить английский, старались перелопатиться, старались что-то по-своему сделать. И у нас получилось. Знаменитый Кристофер Дин, их олимпийский предшественник, глядя на них, забыл о своих комментаторских обязанностях. «Я так увлекся этим зрелищем, — сказал он, — что не сразу смог очнуться. Я был просто потрясен». Были всегда страшные соревнования, соперничество, просто, ну... Глаза наливались кровью, всегда казалось, что обидели, и всегда мы побеждали очень тяжело. Они не дадут мне соврать, что побеждали очень тяжело всегда, но побеждали всегда на голову, всегда. Вот, вот они остались в истории. Я тогда знала, что их будут помнить. Я это знаю. Не знаю почему, но это видно, талант, он же всегда виден в каждой области. Правда, Саша? Конечно, конечно. И вот Лена Водорезова. Лена, а какое удовольствие мы тогда получили. Мы вообще не видели, чтобы женщины так катались. Чтобы они летали. Просто летали. Она прыгала, как кузнечик. Она вращалась со скоростью света. Какие у нее сейчас дети. Просто прелесть. Я хочу сказать, что я не из группы «Тарасят», но я очень счастлива, что я познакомилась с таким педагогом. И... Конечно, вы лукавите, что вы успокаиваетесь с детьми, и не верьте. Естественно, она не успокаивается, когда она входит в Центральный спортивный клуб армии, в Ледовый дворец. Конечно, искры летят, и все об этом знают, весь дворец, что пришла Татьяна Анатольевна. И дети уже ее ждут на льду, и глаз у нее сразу загорается, как бы она ни устала. Хотя, когда она рассказывает, где она побывала за день, я понимаю, что... Я мелко плаваю, и я бы уже до тренировки не дошла. И то, что вы еще много сделаете для фигурного катания, я даже не сомневаюсь. Хотелось бы.
Потом Климова с Пономаренко обратились ко мне. Это было, как, понимаете, это были как бы первые чужие. Это было очень большое соперничество с Бестемьяновой и Букиным. Они еще были не готовы стать великими на это место. И, в общем, вот так получилось, что когда Наташа Сандрюша закончили, из тура позвонил мне Букин и сказал, что вы должны взять пару и подготовить ее к Олимпийским играм. Я говорю, хорошо, что ты мне работу нашел. Потому что я боялась, что я вообще без работы останусь. Вот, а потом позвонил Пономаренко. И я решила, что если они так просят, то я их возьму. И что я постараюсь сделать с ними то, что им сейчас уже положено. Потому что я была уверена, что именно они должны быть олимпийскими чемпионами. Я стала с ними работать. Я походила немножко. Марина была нервная сначала. Вот, я ушла. 2 недели походила, ушла. И даже уехала. Вот. Но они меня быстро нашли и на местности обратно меня посадили. И я уже с ними была неразлучна. И они выиграли тяжелейшую Олимпиаду. Вот это был первый мой опыт, как бы взять людей, других, чужих. Не тех, которых ты вел, воспитывал, и все, а те, которые шли с тобой рядом, но ты можешь для них предложить какой-то другой путь. И мы выиграли Олимпиаду, ну, 99%, что мы должны были ее проиграть. А меня даже в команду не взяли, я сама прилетела. Просто купила билеты и прилетела в команду. Пошла я в Олимпийскую деревню, стоит батюшка. Говорит, Татьяна Анатольевна, я ваш большой поклонник. Я говорю, батюшка, я не крещеная. Вот если выиграет Климова, Пономаренко, я говорю, я в это верю. Но надо, чтобы вы помогли. Потому что молитесь, говорю, за них. Потому что есть один шанс из 100 только, что они выиграют. Вот этот крестик я нашел. На следующий день после победы он ко мне пришел в 11 утра, как мы договорились. Там всегда на Олимпийских играх есть место, где собираются все конфессии. Да? И вот он там меня крестил. Так что, может быть, мне везет на Олимпиадах с тех пор, как я там на Олимпиаде крещеная. И так начали ко мне обращаться чужие. Меня всегда за это очень ругали, всегда говорили там все. Меня это совершенно не волновало. Я старалась каждую пару изменить и добавить то, что я считала нужным. И сделать так, чтобы они были на голову выше. Весь мир знает, что Татьяна Анатольевна – великий тренер. Ее ученики стали чемпионами Олимпиады, олимпийскими чемпионами во всех видах фигурного катания. Но она стала таким потому, что она великий друг и человек огромного сердца. У меня жена погибала, лежала без памяти под капельницей. Утром она открыла глаза в реанимации. И первое, кого она увидела – Таню на коленях на полу. Она сидела с банкой черной икры и сказала: «Ешь! По ложке в день, и это тебя поставит на ноги». Она как-то так пробрала своим авторитетом.
позвонила, 30 лет назад, я помню, позвонила и говорит, приезжайте смотреть кино. Я привезла потрясающую кассету, а даже ничего не было. И, знаешь, бежим смотреть великое кино, заходим, квартира битком набита людьми, там как в кинозале народу, на креслах, на спинках креслах прислонились, на полу человек сидит, и мы смотрим «Охотник на оленей». Охотник все на оленей. И балдеем от этой картины в то время. По 40 человек приходило. Больше, на дне рождения сколько? 70. Даже понять не могу, нельзя. Вешалки все увешаны этими шубами, так сказать. А там в комнате разденьтесь. Мы открываем дверь, и вываливаются из комнаты шубы, потому что битком набитые постель, так сказать, и все, и кровать. И этот народ хохочет, веселится, стены ломают. Просто кажется, сейчас развалится дом от веселья, от хохота. Так ее все любят, потому что у ней самое большое сердце, которое я только знаю. Спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо. Я, знаете, рядом с вами тоже со всеми росла, как бы вот, да, когда Вова на мне женился. И как-то я не могла быть как-то хуже вас в своей профессии. Я очень старалась. Это правда. Правда. И вот с детства какая-то свобода, с которой разгуливали там у нас по школе тоже Михалков, там, это, понимаете, я понимала, что я тоже могу быть свободной, если так, я буду с профессией. Я просто хочу продолжить тему. Тебя уже не испортишь, ты уже большая. Талант – это вообще общая одаренность. И не только музыкальная. Вы знаете, первое мое впечатление от Тани – это потрясение от того, как она резала лук. Я приехал знакомиться в новую квартиру. В этот день должен был впервые Анатолий Владимирович прийти, папа. Таня приехала с катка, и она резала лук, она готовила стол. Я смотрел и думал, господи, этого не может быть. Вот так она резала лук. Я получал просто какое-то эстетическое удовольствие. Анатолий, скажите, пожалуйста, как создавалось ваше ледовое шоу «Все звезды»? Может быть, с каких зарубежных шоу вы брали, может быть, пример? И почему прекратилось вот этот замечательный проект? Ой, это вот, да, это вот самый печальный день. Один из самых печальных дней, когда прекратилось это шоу. Все вот было придумано, что много народу заканчивает. Много народу, хорошего народа, настоящего. Без работы они сидели, их никого на работу не взяли. Лена Гаранина, Завозина, там закончили Карамышева, Синицына, все хорошие каталочки. Бобрин закончил. Сейчас у него прекрасный тоже балет. Потом закончил Юра Овчинников. Все как-то были, ну, друзья, соперники, неважно. Мы начали с русской ярмарки. Я позвала Елену Анатольевну Чайковскую, потому что в то время как-то у нее не было учеников. Мне казалось, что ей это будет интересно, и что мы вместе это можем сделать. Вот мы сделали вместе русскую ярмарку. И сделали спектакль, который был посвящен Дню Победы. Он назывался «И помнит мир спасенный». Вот. И это были песни военных лет. И такое ощущение было, когда пришел Игорь Александрович Моисеев. Он мне говорит, а сколько у тебя трупа? Я говорю, ну скажите, сколько у меня человек трупа? Скажите вы. Потому что мои переодевались, все ноги стерли. Он говорит, 21. У меня было 11 человек. То есть работали они, конечно, у них выходов было там по 15, по 14 выходов. Очень тяжело работали. Потом дальше вот это болеро было поставлено. Потом Слава Зайцев сделал замечательные костюмы. Сделали танго, состоящие, так сказать, весь спектакль состоящий как бы из танго. Вот, у всех разные характеры. Все это делалось, все потихоньку начало ездить за границу. Кто-то стал приглашать. Это дело очень тяжелое, когда никто тебя не раскручивает. Ты раскручиваешься сама. Понимаете, ну, только 24 часа в сутки. И вдруг Торвилл Дин предложили мне работать вместе с ними. Они заканчивали свою творческую жизнь. Вот. И я, конечно, благодарна судьбе, что я поучаствовала в их творческой жизни. Не только как однажды тренер, потому что они меня позвали в то тяжелое время, когда они проиграли чемпионат Европы и готовились к Олимпийским играм. Об этом ничего никто не знает. Я была в Великобритании, они прислали за мной самолет. Я прилетела и села их тренировать. Все быстро там переделывать, все. Ну, в общем, пригласили Торвилл Дин.
это, понимаете, разрешение для того, чтобы Торвилдин сюда приехали, это было первое совместное шоу советских артистов. Мы были в Союзгосцирке и западных катальщиков. Торвилдин. Въезд им не подписывали. Была я в ЦК КПСС. Стучалась во все двери. Всем, чем могу стучаться. Руками, ногами, слезами, головой, всем. Короче говоря, я это все-таки пробила. Это дело. Они приехали в Санкт-Петербург. Они приехали на 1 мая. У нас вообще демонстрация 1 мая трудящихся. Как раз по Невскому все идут. Я их встречаю. Значит, ничего не работает, мы не можем никак, на чем доехать до Европейской. И вот с этими чемоданами они приехали. Мы идем в демонстрации, понимаете? Они напугались так, они вообще здесь не были никогда. Они приехали, сразу попали, влились в нашу демонстрацию и по Невскому проспекту с чемоданами и с коньками наперевес прямо до гостиницы Европейской. Так километров 5 приблизительно мы прошли демонстрацию. Все, выпивали сразу, пиво, закусывали. То есть у людей полное ощущение, значит, праздника, куда они приехали. Мы феноменально работали в Австралии, в Новой Зеландии, и в Великобритании, в Соединенных Штатах и в Канаде. Это вообще была другая жизнь, это была такая свобода. Я не знаю, я бы в театре могла жить вообще 24 часа и там ночевать, и оттуда не выходить, и вообще там всегда есть что делать. Это была совершенно другая есть. Там можно и подшивать, и валяться, и лед заливать, и все что угодно. Мне кажется, что я уже там все умела. И шить, и подшивать, и... это было прекрасное зрелище. Потом я стала делать два состава, потому что мы работали очень долго. Потом, в общем, труппу стали перекупать, потому что они предложили мне отказаться от своих каких-то принципов. Я не совсем понимала, что это такое, почему я должна свою труппу им продать. И они меня будут приглашать на работу. Понимаете, если бы немножко подумать головой и разобраться, то вообще, в принципе, ничего такого в этом нет плохого. Но тогда я была настолько этим, знаете, со своим русским менталитетом, я настолько была возмущена, что я вообще, как это мне предлагается, вообще продать театр. Я просто была практически в шоке. Они на меня посмотрели и купили каждого артиста. И все. И на этом труппа прекратила. Моя труппа, которая работает по сей день в Великобритании, собирает аншлаги здесь. И они сделали две труппы. Одна работает там, другая тут и по всему миру. И аналога этому нет. Это правда были спектакли, на которых у людей текли слезы. Я обожала это дело. И, конечно, я ни за что бы не вернулась. Но от того, что театр уходил, они покидали меня каждый день. Каждый день уходили артисты. Я чуть не сошла с ума, натурально. И я даже написала им письмо, которое я когда-нибудь прочту. Потому что до сих пор я не решалась его прочесть. У меня было очень тяжелое состояние вот этого какого-то предательства. И, может быть, моего недопонимания этого момента. Это тоже такое, потому что всем как-то надо... Люди все вместе уже не идут, они чувствуют уже в себе индивидуальность и идут так, как им удобно. И я потеряла этот театр. И все. А вот в это тяжелое время меня взял Кулик. Под самое яблочко. Говорит, идите сюда, мамаша. Здесь будете работать. И меня пригласили с ним в Америку. Мне было очень интересно с ним, потому что он очень сложный человек, и иногда я с ним переписывалась, потому что не могла всего сказать. Потому что если мои свои меня слушали, я могла с ними говорить часами про все, то это был не слух. И понятно, это одиночник. Он тоже одиночник, эгоист, они все должны слушать только себя. Танюш, во-первых, ты не просто тренер. В моем понимании ты балетмейстер. И я вообще тебя воспринимаю как творческую фигуру, в которой вот спорт и искусство так удивительным образом соединились. Твое отношение к поискам музыки
это какой-то особый ритуал. Ты не живешь, ты не пьешь, не ешь, нет ничего другого. Да, и вот это состояние, собственно, определяет будущий сезон. И вот мы с Женей были многократными свидетелями того процесса подготовительного, когда ты ищешь музыку к будущим программам. Ты человек, который, в общем, как бы музыкального образования не получил. Хорошо это или плохо, трудно сказать, потому что мы судим по результатам. Плохо. А твои блестящие результаты говорят о том, что, может быть, и такой путь возможен. На даче в теперешней, так сказать, знаменитой пафосной Жуковке, а тогда да, это была а тогда все это та была... же деревня. Вот спокойная, именно. Да, до ближайших удобств, две остановки на электричке. И да. Мы были там, где мы должны были быть. И все-таки мы сидели чего-то, как всегда, рубили, резали огурчики, помидорчики, все то же самое. И вдруг, как всегда, приезжает на машине Татьяна Анатольевна Леша Ягудин. Да. И видно, что Большой знаток, персона на фоне депрессивных и бледных музыкантов появился крепкий, красивый, здоровый. И мы знали, что это, так сказать, уже теперь замечательный в будущем легендарный спортсмен. И речь шла о музыке, что подо что он будет катать свою короткую программу. Выбор был, конечно, огромный, и он, наверное, что-то себе представлял. И Таня прослушала бы километры музыки, как всегда. И вместе с тем, знаешь, есть потрясающая музыка у Альфреда Шнитке. У него был балет, который тогда никто не знал, да и сейчас его мало знает. Очень смешной, ироничный, гротесковые эскизы Шнитке. Это по гоголевским страницам. По мертвым душам, по портрету, по носу и так далее. И очень смешной маленький кусочек был выбран. При слове «Шнитке» как бы напряглись все, кто представил себе будущую судейскую коллегию или даже будущую публику. Или вместе с тем этот риск не только состоялся, это была короткая программа, тоже совершенно потрясающая, легендарная. И, может быть, когда-то, когда Альфред Шнитке поступал в Союз композиторов, и с трудом его принимали, и один замечательный композитор, не буду его называть, но он писал песни и другой музыки, в общем-то, не очень хорошо знал. А он говорит, а вот вы можете, Альфред, смотрел отчество, Альфред Гарьевич, написать музыку, которая могла бы звучать на катке? Он вздрогнул, сказал, мне как-то это в голову не приходило. Но если надо... И, так сказать, он говорит, ну вот работайте. Я думаю, что это сбылось. Да, так что возвращаю. Да, это мне тоже счастье было работать с его музыкой, которую ты дал. Да, и у меня была тоже эта кассета дома, потому что мне когда-то Альфред тоже на концерте с Вовой, когда они играли, он мне тоже подарил эту музыку. Но я помню, как ты мне ее, вот ты мне просто ее как-то раз в голову, и больше я уже ни о чем не думала. Я знала, что это будет программа. А как ее придумать? Я помню, что я сидела на кухне, никак не могла придумать, как. Еще раз ставлю. Никак не идет, Потому что музыку я должна увидеть. Все музыку слушают, а я ее должна увидеть. И вот, ну никак я ее не... И вдруг я вижу эти шарики. И вот у меня вот эти вот шарики, что это клоун. Что, чтобы он не делал, он будет это делать. И вот мы начали с Лешей эти шарики. Мы жонглировали, как сумасшедшие, перекидывая друг другу. И это все. И вот так вот возникла эта программа. Значит, так надо чувствовать. И с тех пор он Леша. И с Лешей, конечно, была целая жизнь. Такого грандиозного таланта, какой этого человека, который, наверное, дан ему мамой, такого здоровья, кроме вот этих ног, такого острого ума, быстроты. И он в меня верил, и он очень в меня верил. Он говорил, делайте со мной, что хотите.
Вот ему 10 раз скажешь, он 10 прокатает. 15-15, 3-3, 1-1. Но он слушался. И это было мне очень странно, что он меня слушается. И что он со мной всегда очень нежно. Он никогда со мной... Знаете, как одиночники, ну, они схамить могут. А этот, казалось бы, никогда. Даже я иногда там на него за что-то могла там орать до полусмерти. Даже собака его со мной не разговаривала. Проходила просто мимо. Лорик. Люстра качалась. Да, собака не разговаривала. Если я на него кричала, собака со мной никогда не разговаривала. Вот в прошлом году у Лёши первый раз здесь был большой-большой концерт в Санкт-Петербурге. Он был четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом Олимпийских игр и никогда не был чемпионом России. Потому что всегда русский судья судил противоположную сторону. Кто бы вместе с ним не катался. И никогда Лёша не давал это. Поэтому он здесь никогда не катался. А в прошлом году, как-то, знаете, эти соревнования уже от нас отхлынули. Какие-то обиды эти все тоже сошли. И как-то стало продолжаться жизнь. И вот я приехала в Санкт-Петербург как бы на его такое шоу. Я могу сказать, что это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Самые счастливые дни в моей жизни – это когда мама с папой справляли 55 лет супружеской жизни на даче, и мы все выпивали, закусывали. Да. Вот это что-то такое внутри творилось, что нельзя описать словами. Папа был великий человек. Самый великий из тренеров, которого я вообще когда-либо знала. И жизнь же не идет просто, но он никогда не обидел нас, он не обидел маму. И они прожили такую тяжелую, длинную жизнь, полную побед и немножко поражений, но сохранили эту семью для нас. Это было... Первое. И вот второе, когда, наверное, знаете, вот я приехала и вошла в темный зал. И вдруг люди меня узнали в темном зале. И весь зал стал подниматься. И я никогда такого не переживала. За этого Лешу, за меня саму, за маму, за папу. Вот как-то за всех. И потом потихонечку стали включать свет, потому что все стали стоять в темноте и хлопать. И вот я как бы поняла, что я что-то такое делала, что в душе у людей есть какой-то ответ на мою работу. И я за это очень им благодарна. И вот я ехала обратно на поезде с этого Лёшкиного концерта. И вы знаете, ехал полный поезд. Мы просто летели, и люди ехали в Москву, из Москвы приехали на это. И мы так хорошо утром, в 8 часов утра, открыли на перроне шампанское совершенно с чужими людьми. И выпили за то, чтобы это все продолжалось, и это было потрясающе. Вот это... Знаете, всегда не хочется говорить последнее слово. Вот, но надо. Я не хочу это терять. Я очень это люблю. Я очень люблю свою работу. Я очень счастливый человек. Я прожила в такой любви каждый день. Мой папа говорил, что, знаешь, нам с тобой не нужно платить деньги, потому что мы счастливые люди. Мы каждый день ходим на работу, которую мы любим. Хочется что-то придумать. А если не смогу, то смогу восхищаться тем, что придумают другие.